что сказать, это не искусство. Современное, не современное. Искусство есть искусство, какое бы оно ни было. Оно может быть талантливым, а может быть неталантливым. Ну, это, конечно, да, это, конечно, уже просто какое-то такое разложение мозгов, видимо. Которые, то есть, ну, всегда были эстеты, которые выдавали, в общем, когда Сальвадора Дали подходили и говорили, как вы это, как это божественно, как вот с ума сошли, это мои дети нарисовали. Ну, просто одно дело, когда человек к этим относится с юмором, он талантлив, а там тот же Энди Уорхол, да, со своими там какими-то банками от супа, ну, это, как сказать, это эпатаж, это такая красивая профанация. Вот я буду вам мозги морочить, а вы будете на это вестись. И, ну просто хамство и не знаю, невежество, неуважение, ну, просто какая-то вот такая уже... Ну, не знаю, что-то такое на грани с истерией уже, когда не знаешь, как, что еще может быть хуже, ты придумываешь вот это. Когда еще, понимаете, такую откровенную бездарщину пытаются люди оправдать тем, что каким-то там, что мы вот хотели чего-то сказать и чего-то донести. Ну, есть много других способов чего-то донести. Гораздо более сильных, гораздо более эффективных.